вчера перебирала свои неношенные украшения, бижутерию, и вот наткнулась на вот этот браслетик. Открыла красивую коробочку от Avon. И вот, пожалуйста, оказывается, он зелененький. Ну, с зелененькими стеклышками. До такой степени нравится, что просто чудо. А здесь он вот какой. Вот, я его снимать не буду, потому что очень трудно застегнуть его. Ну, трудно, потому что перевешивает вот эта вот украшенная часть со стеклышками. И он все время норовит сползти, и поймать его и застегнуть очень тяжело. Поэтому мне супруг помогал застегивать. Вот. Поэтому я его вот так покажу. Такой хорошенький, такой красивенький. У меня даже есть такое колечко где-то. Надо поискать вот с таким же зелененьким стеклышком Женеви. И, ну, я не знаю, что это фирма, марка. Я знаю, что это питерский завод делал изделие. Ну, это я говорю уже о колечке, которого вы сейчас не видите. Но я его потом найду и покажу, и буду носить. Они очень подходят друг к другу. И немножечко, чуть-чуточку, уже на следующий день об ароматах. Ну, не знаю, может, это так отдельное маленькое видео будет. А вчера, когда гуляла, я сорвала вот такую махонькую веточку. Сейчас я покажу. От абрикос. Вот. Один цветочек, второй цветочек, третий. В общем, тут три цветочка. И положила вот в эту емкость в водичку. Аромат изумительный. Просто для аромата. Мне не хотелось, знаете, вот веточки, мне совершенно не хочется срывать, хотя сейчас у нас в этом году абрикосы цветут очень буйно, но мне не хотелось совершенно срывать целую веточку. Ну что, сорвешь ее через день, а может и на следующий день, начнут опадать вот эти вот беленькие лепесточки, мусор, проблемы. Зачем? Вот лежит вот такая махонькая веточка в водичке и дает такой изумительный аромат. Ну, конечно, не на всю комнату, а вот так, когда ее подносишь. Когда ее подносишь к лицу. Вот такой изумительный аромат дает эта веточка. И еще вчера на ночь я, вот сейчас утро, вчера на ночь я нанесла вот эти вот мои любимые духи, вот этот парфюм. Вот он. Ой, это еще из Турции, из Duty Free. Вот. И хотела сейчас нанести, а потом думаю, нет. Сейчас я буду наслаждаться вот этим ароматом. Изумительно, потому что если наносишь парфюм, то все уже больше не ощущаешь. Ну, все. Вот такая маленькая заметочка об ароматах. Доброе утро, друзья. Ну вот, я все говорила, что не буду я показываться в таком виде, но не получается у меня в другом виде, когда я убегаю куда-то, я куда-то бегу, и вот так вот посидеть, поговорить я не могу, у меня настроение поговорить обычно с утра. Вечером я уже смотрю какие-то фильмы, гуляю по интернету, а с утра у меня поговорить, пойти на прогулку, пообщаться, вот такое. Вот, так что опять я появилась пред ваши ясные очи вот в таком виде, халате. Я так запахнулась очень сильно, потому что сейчас в окошке я буду пить кофе.
И вас приглашаю тоже на чашечку кофе.